Серебряная филигранная коляска с красными стеклами и зеркальным окошком в задней стенке поступила в собрание музея из дворцового имущества 100 лет назад. Так что мы можем представить, что этой коляской играли царские дети. Коляска выполнена из серебряной ткани, поэтому она очень легкая, ажурная и, несмотря на всю свою ювелирную виртуозность, вполне точно воспроизводит старинные экипажи. Колеса имеют рессоры, коляска имеет дышло, поворотный круг. То есть, если ее развернуть, то она повернется по всем правилам экипажного искусства. Наконец, она имеет открывающиеся дверцы, подвижно смонтированные подножки, облучок, дышло, запятки для прислуги. Словом, дети имели в те далекие времена полное представление о реальных экипажах. Вторая коляска с разноцветными стеклами, выполненная также из серебряной филиграни, поступила в собрание музея в начале 20-х годов, чуть позже, чем коляска из дворцового имущества. Этот экипаж имеет форму гондолы, он тоже снабжен и рессорами, и дышлом, и запятками для прислуги, и поворотным кругом. Когда произведения поступали в музей, то в описи оружейной палаты они были записаны как североевропейские работы 18-го – начала 19 века. Позже их посчитали работами русских мастеров, то есть над этими ценными экспонатами еще предстоит серьезная атрибуционная работа.